В Хивском районе отметили праздник весны и бельцан. На площадке Дворца культуры районного центра выступили лучшие ансамбли муниципалитета, популярные певцы табасаранской и лезгинской эстрады, канатоходцы и танцевальные коллективы. Также в этот день прошли традиционные спортивные соревнования между командами со всего района. Подробнее Сакинат Малаева. События по восточному календарю означают пробуждение природы, начало нового года и сельскохозяйственных работ. В горах это очень важное время года, потому праздник отмечается с большим размахом. В центре села собрались местные жители, приехали из соседних сел. Открылось торжество с разжиганием костра. По традиции эту процессию проводят аксакал села и девушка весна. По легенде предков, костер забирает с собой болезни, обиды, то есть все то, что мешает жить и радоваться новому дню. После обряда руководитель муниципалитета Агамирзе Гамзабеков поздравил всех с праздником и пожелал труженикам плодотворного года. С наступлением весны к нам пришел древний и замечательный праздник. Праздник первой борозды. Эбельцан, Яран-Сувар или Навруз. Праздник Эбельцан, Яран-Сувар оказывает благотворное влияние на развитие национальных культур и служит сохранению духовной общности между народами Дагестана. Много теплых слов прозвучало от гостей района. В том числе выступили полпред главы республики в Южном территориальном округе Фуад Шихеев и депутаты Народного собрания. Это праздник настроения, праздник пробуждения. Когда, как весна, поднимается настроение у людей на работу, на заботы, на то, чтобы подготовиться уже за целый год к зиме. И с этим праздником связывает очень многое. Далее начались гуляния. Звучала народная музыка, выступали ряженые жители села и гости праздника, пели и танцевали. В связи с внедрением в жизнь вот этих компьютеров люди как-то уходят в виртуальный образ жизни. А здесь, получается, люди непосредственно общаются друг с другом, видят друг друга. Я считаю, что такое сближение, это как бы приводит к дружбе. В программу торжества вошли соревнования среди молодежи по национальным видам спорта, по результатам которых победители и призеры были отмечены грамотами и ценными подарками. Мероприятие длилось несколько часов. Поддержали атмосферу праздника артисты табасаранской и лезгинской эстрады. Сакинат Малаева, Гасан Байрамов, Марьяна Масуева. Время новостей. Хивский район.